Это уже третий в 2017 году пленум Брестского городского совета ветеранов. Согласно правилам, проводить такие мероприятия необходимо минимум раз в год. Но активисты и члены организации уверены, регулярные встречи помогают скоординировать деятельность, повышают ее эффективность. Есть о чем сказать. Подвести итоги за прошедший год или проходящий год и наметить планы на будущее. В работе совета и пленума принимает участие Губаренко Валерий Владимирович, председатель областной ветеранской организации. Приглашены член президиума областной ветеранской организации, ветеран Великой Отечественной войны Кот Алексей Николаевич. Принимают участие всегда члены комитета ветеранов Великой Отечественной войны. У нас такой комитет есть. И, конечно, очень хорошая явка сегодня членов городского совета ветеранов. В составе городского совета ветеранов 66 человек, 59 принимают участие. А всего в работе пленума принимают участие 72 человека. Рассмотрено порядка 10 вопросов. В центре особого внимания оказались две темы. Первая – деятельность первичных ветеранских организаций при ЖЭСах. Вторая – подготовка к предстоящим выборам. Ветеранская организация готова к выборам, потому что у нас много... Значит, из состава ветеранской организации, именно вообще городской ветеранской организации, ну, в том числе районных, двух районов и городской, есть люди, которые неоднократно принимали, значит, в комиссиях участие, они уже, у них есть опыт, ну, поэтому, естественно, они сразу приступили к работе, уже зная, что надо делать и как. Ну, и актив у нас есть, актив постоянный, будем говорить, которые и в те выборы принимали, и в палату представителей, вот последние, что были. Вот, и поэтому готовы. В настоящее время Брестская городская организация ветеранов насчитывает порядка 40 тысяч человек. Они принимают активное участие в жизни областного центра, проводят воспитательную и гражданско-патриотическую работу.